Давно ли вы в последний раз были в Беларуси? Или уже находитесь там? В любом случае стоит подготовиться. Привет, меня зовут Инира, и это цикл видеороликов правозащитной организации Human Constanta, посвященных легализации иностранцев в Беларуси. Если вы смотрите этот ролик, видимо, вам нужна консультация, и мы готовы ее оказать. Сегодня я расскажу вам про особенности получения медицинской помощи для иностранцев в Республике Беларусь. Вы зарегистрировались в Беларуси, возможно, трудоустроились, получили вид на жительство. Кстати, про это мы рассказывали в наших предыдущих роликах. Что дальше? Итак, что необходимо знать иностранцу для получения медицинской помощи? Перед приездом в Республику иностранцы должны оформить страховой договор. С ним вы можете получить скорую медицинскую помощь в любых медицинских учреждениях. Медицинское страхование иностранцев. Вам не нужен страховой договор, и вы получите скорую медицинскую помощь в Беларуси бесплатно, если вы гражданин одного из государств СНГ – Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана или России. Также, если вы гражданин Туркменистана или Украины, если вы попросили статус беженца или дополнительную защиту в Беларуси, или вы проезжаете Беларусь транзитом на поезде или самолете. Страховой договор. Страховой договор можно оформить как в белорусской, так и иностранной страховой компании. Если вы оформляете страховой договор в иностранной страховой компании, то нужно удостовериться, что в нем указано название страховой организации, ее адрес, контактные телефоны. Указано ваше полное имя, условия договора распространяются на территорию Беларуси. Договор действует в течение всего времени, которое вы собираетесь провести в Беларуси. И установлена страховая сумма не ниже 10 тысяч евро. После заключения договора вам дадут страховой полис или карточку. Если они составлены на иностранном языке, то их нужно будет перевести на русский или белорусский язык. Оказание медицинской помощи иностранцам. В Беларуси существует скорая медицинская помощь и плановая медицинская помощь. Скорая медицинская помощь оказывается, если вы внезапно чем-то заболели и вам срочно нужно медицинское вмешательство. Плановая медицинская помощь – это все, что не относится к экстренному или неотложному. Например, если вы хотите просто пройти обследование или вам нужен прием врача для назначения лекарств. Медицинская помощь и ВНЖ. Если у вас есть вид на жительство в Беларуси, то у вас такие же права на любую медпомощь, как у белорусских граждан. Это значит, что вы сможете получить как бесплатные, так и платные медицинские услуги по прескуранту, действующему для белорусских граждан. Но граждане Армении, Молдовы, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана с ВНЖ все равно должны платить за плановую помощь. Если вы работаете в Беларуси по контракту или трудовому договору, плановая медицинская помощь осуществляется за счет средств работодателя или за личный счет. Медицинская помощь и виза. Если вы приехали в Беларусь как турист или проживаете в Беларуси на основании разрешения на временное проживание, то плановую помощь вы сможете получить только платно по прескуранту для иностранцев. После получения помощи в белорусских медучреждениях вы сможете обратиться в свою страховую за компенсацией. Граждане Украины, прибывшие в Республику Беларусь после 24 февраля 2022 года и не имеющие разрешения на временное или постоянное проживание, имеют право на доступное медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Беларусь. Медицинская помощь для граждан России. Граждане России с белорусским ВНЖ получают бесплатно как скорую, так и плановую медицинскую помощь. Если какие-то медицинские услуги оказываются только платно, то для россиян с ВНЖ действует прескурант, как для граждан Беларуси. Россияне, временно пребывающие или временно проживающие в Беларуси, бесплатно получают только скорую медицинскую помощь. За услуги плановой медицинской помощи придется платить по прескуранту для иностранцев. Если у вас остались вопросы,
вы можете обратиться в нашу общественную приемную по электронной почте или по телефону. А мы продолжим информировать вас про то, как легально находиться и трудоустроиться в Беларуси. С более детальной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и страницы в соцсетях. Удачи!